когда вы существуете, но без этих мыслей, вот из этих, из этой данности, да, вы начинаете осознавать или исследовать, как происходит отождествление и что это вообще такое. А когда вы сидите, допустим, дома и пытаетесь концентрироваться на «я» или на присутствии, пребывать в присутствии там и так далее, тем самым вы просто пребываете в отождествлении с этой концепцией. И это, как бы, чего вы хотите, собственно, с этого получить, или какое там может быть освобождение? Вы ищете освобождение от концепции, держась за эту концепцию. Вот как бы вы это, одной рукой вы это держите, а другой пытаетесь освободиться. Ну, как бы, я это вот немножко непонятно, это глупо просто звучит. Вот эти все пребывания там в каких-то состояниях, присутствиях там и в осознаваниях, то есть это есть восприятие вашей собственной концепции себя. И вот вы на ней сидите и пытаетесь, то есть вам, ваша-то цель как бы быть свободным от этого. Свободным можно быть только от того, что вы собой не считаете. А если вы себя этим считаете, то как вы от этого можете быть свободны? Из-за этого все страхи вот и переживаются, страх там исчезновения, присутствия там и так далее, потому что вы себя этим считаете просто. Вы смотрите из этого отождествления и ждете, пока это исчезнет. Это просто говорится открыто, допустим, и честно, потому что это так, ну, самоочевидно, да?